Такую муму брянский зритель еще не видел. С музыкой и танцами. Классическое произведение Ивана Тургенева, сложное для постановки. Хрестоматийный сюжет про немого слугу, его взбалмошную барышню и собачку известен всем. Для облегчения восприятия режиссер Юрий Пахомов передал эту историю в привычной для юных зрителей клиповой манере. Использовал музыкальные вставки. Эту идею режиссеру подарил автор инсценировки Алексей Хатиновский. Грубо говоря, меня понесло. У меня, что называется, там тараканов хватает в голове. Я сделал такую... рок-фантазию. У меня должны были звучать в спектакле песни Beatles, Scorpions, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple и так далее. То есть всех корифеев моего любимого рока. Юрий Алексеевич немножко утихомирил мой пыл, и я считаю, что очень правильно сделал. Но я от этой радикальности я не осмелился. Может быть, отчасти я как-то был не готов к такому радикальному моменту. Но все-таки это, опять же, и этот момент, он, конечно, повлиял на выбор музыки. Хард-рок на сцене сменил французский шансон. Спектакль длится час, без антрактов. На премьере «Муму» школьники-пятиклашки. По программе они как раз проходят классическое произведение Ивана Тургенева. Потому что в нем было очень много музыки, со стороны он смотрелся легко. Это та история про Муму, которую я читала. Я с большим удовольствием посмотрела спектакль. Там было очень много музыки и спецэффектов. Оценить работу брянских авторов скоро смогут и на столичных подмостках. «Муму» представят на Всероссийском фестивале «Губернский театр». Алексей Соболь, Анатолий Чекрыгин, Брянск.